зацепился кузовом за мост и выпал из кабины через лобовое стекло. Авария произошла в Чебаркульском районе. Это кадры последствия. Одна полоса дороги оказалась просто заблокированной. По данным ГИБДД, иностранец за рулем грузовика зацепился кузовом за мост на трассе М5 и вылетел в лобовое стекло. 44-летнему водителю была оказана медицинская помощь. Как выяснилось, сам шофер гражданин Армении, но проживает в Челябинске, работает водителем грузового автомобиля в коммерческой организации. В Коркино депутат из поселка Роза попала в ДТП. Машина в результате аварии восстановлению не подлежит. У самой слуги народа сотрясение мозга. Эти кадры сделали очевидцы. По предварительной информации, в машину депутата врезался ВАЗ-15 модели. Молодой человек якобы проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Митсубиши Кольт. За иномаркой была депутат Наталья Лаврова. Мне надо было в аптеку, то есть я находилась на больничном. То есть я не доехала до аптеки. Я остановилась на красном светофоре, подождала, когда загорится мой сигнал зеленый, чтобы мне ехать. Тронулась, и в этот момент молодой человек влетел. Пострадавшая обратилась к медикам. По факту ДТП ведется расследование.